Я пока представлю Руслана Богдановича. Ну, Руслана Богдановича я знаю ровно 25 лет. И столько они живут, да? И как я пришел, ну, 24 года, наверное, 25-й год. Но он был младшекурсником у меня в институте еще. И буквально недавно, в прошлом году, мы с ним договорились об этом форуме. И очень долго искали, где, как, что. И, конечно, в итоге решили платформе этого «Белых ночей» провести. Сегодня Руслан Богданович является одним из ведущих гепатобилиарных хирургов нашей страны и вообще постсоветского пространства, хоть и совсем молодой. Вот. И он возглавляет службу гепатобилиарной хирургии в Московском научно-клиническом центре на шоссе энтузиастов. Пожалуйста. Спасибо, Сунутакис. Такое представление, это несколько преувеличено, конечно. Еще раз хотел поблагодарить всех участников, которые пришли на сегодняшний форум. Этот форум первый, и первая тема, которую мы хотели затронуть, посвящена гепатоцеллюлярной карциноме. И для разминки я буду говорить, возможно, несколько противоречивые вещи, но с другой стороны, эти аспекты, они так или иначе все равно затрагивают, возможно, какие-то нерешенные вопросы в гепатобилиарной хирургии, в гепатобилиарной онкологии. Тема доклада «Сложные ситуации в лечении гепатоцеллюлярной карциномы». Как это часто бывает, к сожалению, это не только у нас, это во всем мире. Пациент начинает получать ту терапию обычно там, где, кому он первым обратился. Если это хирург, то лечение начинается с хирургического лечения. Если это онколог или химиотерапевт, то с химиотерапии. Если интервенционный радиолог, то с каких-то интервенционных манипуляций. Но должен так положительно отметить, что в последние годы так не происходит. Все же это было раньше, и сейчас такая консолидированная позиция или мультидисциплинарный подход, который проповедуется во всем мире и у нас, сыграл достаточно колоссальную роль в лечении пациентов с гепатоцеллюлярной карциномой. Что важно, что изначально вырабатывается план от начала и до конца всего лечения. И целесообразность той или иной манипуляции или того или иного вида лечения преломляется о какие-то аспекты сразу в комплексе. Как известно, очень много клиник европейских и очень похожи там американских. Если обращаться к гайдлайнам, то можно увидеть, что это вот BCLC, я думаю, что всем известно, Barcelona Clinic Liver Cancer Staging, определяет так называемый алгоритм действий при том или ином патологическом процессе, при размерах опухоли, при поражениях, при степени цирроза. Но надо сказать, что европейские и американские гайдлайнсы, они очень схожи в этом аспекте, но некоторые противоречия, особенно со стороны азиатских стран и хирургов России относительно промежуточной стадии, там, где stage SAC. И целый ряд исследований показали, что некоторые пациенты могут не получить хирургического лечения и остаться за бортом радикального лечения. Интересная позиция, она очень схожа с нашей позицией, это лечение пациентов с гепатоцеллюлярной карциномой, это вот публикация из тайваньского, тайпейского университета, когда пациент первично оценивается с точки зрения, резектабельна эта опухоль или нет. Далее, если он резектабельный, причем обратите внимание, здесь не указываются размеры, число узлов,
Если он резектабельный, то делается сначала операция. Если он не резектабельный, тогда оценивается по Child-Pugh, по уровню альфа-фетопротеина, по размерам и так далее. Выполняются те или иные виды лечения, либо это трансартериальная химиоэмболизация, либо комбинация трансартериальной химиоэмболизации с какой-то локорегионарной терапией или использование, если это не получается, сорафениба. Интересно, что по их данным у этой промежуточной стадии, если ориентироваться на BCLC, выживаемость, пятилетняя выживаемость при резекциях печени была достоверно выше. В этой связи, в общем-то, наша клиника, она в большей степени придерживается азиатского, и в данном случае японский evidence-based алгоритм ведения таких пациентов. Обратите внимание, что размеры опухоли в данной ситуации, вот где тумор, диаметр, может быть больше 3 сантиметров, при этом возможно разные варианты и резекция печени, и эмболизация. При малых размерах это возможно резекция печени, абляция, а при еще малых размерах и при соответствии Миллен критериям возможно выполнение трансплантации печени. То есть здесь, в этом ракурсе, с учетом тех исследований, которые проводились, с учетом той выживаемости, которая оценивалась в последние годы, есть более широкий такой пласт возможностей для комбинации различных видов лечения гепатоцеллюлярной карциномы и возможности какой-то... Куда все пропало? Сейчас попробую еще раз. Что позволяет? Мультидисциплинарный подход позволяет в данной ситуации из состояния нерезектабельного в состояние резектабельное. Что здесь возможно? Здесь возможно проведение локорегиональной терапии, а также трансартериальной химиоэмболизации или системной терапии, которые могут служить бриджем к операции. А в послеоперации возможно продолжение того или иного вида лечения. В этой связи очень важно учитывать следующие проблемы. Это возраст пациента, это анестезиологический риск, это есть или нет портальная гипертензия. Как вы знаете, портальная гипертензия является значительным препятствием для проведения хирургического вмешательства, поскольку в послеоперационном периоде возможно осложнение как раз с декомпенсацией явлений портальной гипертензии, кровотечения, неконтролируемый асцит. И поэтому эта группа пациентов, конечно, в большей степени нуждается в пересадке печени. Очень важно оценить CTP или MELD score, количество узлов и уровень альфа-фетопротеина, вот по нашему мнению, является достаточно таким серьезным показателем агрессивности опухоли и прогнозированием течения, и может оказаться определяющим не в пользу хирургического лечения. Размер опухоли, сосудистая инвазия, наличие и опухолевого тромба, я скажу позже, для нас это не является противопоказанием хирургическому лечению. Наконец, очень сложно оцениваемый показатель – это хирургический опыт. Конечно, подобного рода вмешательства должны выполняться в специализированных учреждениях, где сконцентрированы в том числе и трансплантационные, и есть возможность выполнять трансплантационные технологии. Ну вот я попытаюсь показать несколько таких крайних ситуаций, с которыми мы периодически сталкиваемся. Пациент 56 лет, развился цирроз печени в исходе гепатита С,
гепатоцеллюлярный рак с поражением, я чуть позже покажу компьютерные снимки, с поражением 4, 5, 8 сегментов, 14 сантиметров опухоль. Child-PUA, альфа-протеин 139. Что делать в такой ситуации? Значит, у пациента понятно, что системная терапия и регионарная терапия здесь может существенно не помочь, но тем не менее этому пациенту была выполнена изначально трансартериальная химиоэмболизация, которая уменьшила объем опухоли до 12 сантиметров. И после этого мы предприняли центральную резекцию печени. Почему центральную? Там была поражена правая печеночная вена. Мы сделали резекцию, реконструкцию правой печеночной вены, потому что объем остающийся сегментов печени был крайне мал, и выполнить расширенную гемогепатоктомию не представлялось возможным в условиях гепатита и цирроза. Однако спустя 23 месяца, обычно все происходит гораздо раньше, у пациента возник рецидив, и дальше он продолжил бы повторную трансартериальную химиоэмболизацию системной терапии, пациент прожил 41 месяц. Ну вот это образование гигантских размеров, локализующиеся центральной локализации. Здесь вот возможно плохо видно, но правая печеночная вена, она не пролежала, а была инвазирована. Отойти от нее не удалось. В данной ситуации при поражении таком напрашивается расширенная правосторонняя гемогепатоктомия, как я уже сказал, но пережить такую операцию данный пациент вряд ли бы смог. Да, поэтому была выполнена, ну вот эта схема, центральная резекция печени с резекцией и с протезированием правой печеночной вены для того, чтобы сохранить отток из достаточно больших объемов 6-7 сегментов печени. Использовался синтетический протез при, я вот так немножко буду вдаваться в технические детали, потому что, возможно, здесь есть хирурги, которым это интересно. Синтетический протез при реконструкции правой печеночной вены, мы практически всегда используем синтетический протез, потому что он является как бы, так не спадается, по нему не нарушается отток, он как, является как таковым каркасом при резекциях печени. Следующий пациент тоже достаточно интересный, всего лишь 38 лет, мужчина, оперирован он был недавно, гигантских размеров правая доля печени, 28 сантиметров, ему было отказано во многих учреждениях, и естественно, и в трансплантации, он был отправлен на паллиативное лечение. Гепатит С, Child-PUA. Нашими коллегами, интервенционистами, была выполнена трансартериальная химиоэмболизация опухоли, а потом была выполнена так называемая радиочастотная частичная там, сплит-резекция. Это вот методика, которая в нашей клинике используется. Это портальная эмболизация правой ветви воротной вены плюс радиочастотная деструкция будущей линии резекции. И когда мы увидели, что получили достаточно большое увеличение ремнанта, была выполнена расширенная правосторонняя гемогепатоктомия. Вот эта опухоль, видите, второго-третьего сегмента практически не видно, хотя он есть. Это после трансартериальной химиоэмболизации, это удаленный препарат, и это вид после операции. Опять же, этот пациент в последующем пошел к онкологам, и он уже стал доступным для проведения системной терапии. То есть, с одной стороны, вот комбинация этих технологий позволила, с одной стороны, сделать пациента из нерезектабельного в резектабельное и дало возможность в последующем заниматься не просто паллиативным лечением, а уже каким-то патогенетическим лечением. Следующий пациент – большая опухоль левой доли печени. Это последний кейс, который я хотел представить. С тромбозом
Ну, здесь практически все слилось тромбозом левой печеночной, средней печеночных вен, нижней полувены и правого предсердия. В чем риск таких пациентов? По статистике, такой немногочисленный, но такие пациенты погибают в первые 3-4 месяца, как только у них образовался тромбоз нижней полувены и правого предсердия, потому что тромб опухолевый нарастает и возникает либо тромбоэмболия легочной артерии, либо блок на уровне трикуспидального клапана и быстро развивается сердечно-сосудистая недостаточность и смерть. Но наблюдений таких не более 30 по литературе, в основном азиатских авторов, и ориентируясь на эти наблюдения, было показано, что, хотя они такие эпизодические, было показано, что операция может позволить подвести пациента к комплексному лечению и даже в ряде случаев получить неплохую медиану выживаемости. Но таким широким консилиум с участием кардиохирургов было принято решение оперировать. Его было оперировано две команды, это Московского клинического научного центра и первой университетской клиники, которая называлась 600-койка, кардиохирургами под руководством профессора Комарова. Было выполнено радикальное вмешательство у этого пациента. Изначально, конечно, мы оценили процент ремнанта не просто по КТ-волюметрии, но мы всем пациентам с обширными резекциями выполняем гепатобилиарную сцинтиграфию. Увидите, что правая доля была достаточно большой и по функции составляла 99%. То есть левая доля была полностью поражена опухолью, и пациент уже жил за счет правой доли. Очень высокий гепатобилиарный индекс – это индекс радиоактивного препарата, как печеночные клетки отдают. И, в общем-то, это хороший индекс, который позволяет решиться на такое вмешательство и не получить в послеоперационном периоде пострезекционную печеночную недостаточность. Операция, значит, изначально ему была выполнена левосторонняя гемигепатоктомия с тромбэктомией и тромбэктомия из нижней полувены и правого предсердия. И в последующем, поскольку было еще два узла, наши интервенционные хирурги выполнили радиочастотную деструкцию этих узлов. И я должен сказать, что это было, ну, сроки прошли небольшие, спустя 6 месяцев после ПЭТ-КТ и после такого полноценного обследования, пока безрецидивное течение. Ну, здесь такие несколько кардиохирургические или технические особенности. Это схема канюляции, потому что операция выполнялась с использованием нормотермической, без кардиокореза, без остановки нормотермической шунта с использованием аппарата искусственного кровообращения. Это слайд. Изначально гепатохирурги мы разделили, как книгу развалили, печень по зоне резекции. Вот это опухоль, вот это первый сегмент печени, нижняя полувена. Это уже после удаления, но был сначала кардиоэтап, вы видите, пораженный полностью среднее место слияния средних и левой печеночных вен, а также нижние полувены, опухолевый тромб, опухоль на разрезе. И если сейчас запустится, я покажу некоторые фрагменты фильма, которые... ну вот скрывается перикард. Таким образом, обратите внимание, операция выполнялась на работающем сердце, без гипотермии, без остановки сердца. И это все, конечно, выглядит очень драматично, но мы все время следили за гемодинамикой с использованием аппарата искусственного кровообращения, когда кровь возвращается очень быстро, гемодинамика практически не поменялась. Время операции было, собственно, тромбэктомии всего лишь там 14 минут. С помощью специальных кардиологических канюль происходил забор крови, и через аппарат искусственного кровообращения и специальный там, фильтр она возвращалась в кровоток через канюлированные сосуды сердца. Вот здесь виден, вскрывается перикард и нижняя полая вена, обнаружен опухолевый тромб, и вдоль опухоли рассекается нижняя полая вена до
Вот здесь еще мобилизованная правая доля печени вниз. Ну, здесь небольшие там технические детали, которые я, может быть, чуть-чуть пропущу. Я уже все это заканчиваю. Вид после удаления препарата и опухоли, и, собственно, зашивание. Сейчас. Отверстие в нижней полувене и правом предсердии. Этот пациент выписался на 7-е сутки после операции совершенно без явления печеночной недостаточности, без каких-либо проблем в послеоперационном периоде. Конечно, такие операции являются эксклюзивными, но возможность их выполнения определяется как раз мультидисциплинарной командой и возможностями клиник, в которые эти пациенты попадают. Я готов ответить на вопросы, если есть время. Спасибо. Спасибо. Есть, у нас есть 3 минуты, 2,5 минуты. Там профессор Релла уже готов, да. Но мы ждем его. Он отошел от кресла, мы тестировали связь. Поэтому, пожалуйста, Руслан Богданович, есть вопросы? Можно я спрошу? Да. Пожалуйста, а вот больную, у которой была центральная резекция, он сколько прожил? 41 месяц. Я 41 показал. Месяц. Да. У нее был рецидив на 23-24 месяце, потом продолжили терапию. Была выполнена трансартериальная эмболизация и сорафениб получала все это время. И в целом какая выживаемость была? Или он еще час? Нет, 41 месяц. В целом 41 месяц. После сорафениба? Нет, после сорафениба это 23. Рецидив был через 23 месяца после операции. То есть получается где-то около 20 месяцев. Ну, не все пациенты, конечно, отвечают, только процентов 15, может быть, ну, это, наверное, такая реальная цифра, которая отвечает на сорафениб и сорафениб. Еще вопросы, пожалуйста. Спасибо. Ну, мы ждем просто. Вот. Да, может, я могу еще спросить. Сейчас. Да, давайте. Пока готовится, скажите, пожалуйста, вот, учитывая, что вы этим занимаетесь как заведующий отделением, у вас это эксклюзивный, я поняла, случай, когда 14 сантиметров, 21 сантиметр. А как много, вот меньше 3 сантиметров? Их тоже, к сожалению, немного, потому что пациенты редко приходят, когда у них маленькие образования. Но в нашем отделении... Говорите в один и тот же микрофон все. ...чем где-либо, поскольку у нас есть два достаточно мощных гепатологических отделения. Это невозможно переводить, потому что в один микрофон все говорят. И пациенты с гепатитами и циррозами, им проводится регулярный скрининг в виде ультразвукового исследования и уровня амфетопротеина. Все наши гепатологи, они нацелены на то, чтобы выявлять эти проблемы достаточно рано. Поэтому, в общем-то, частота таких пациентов, возможно, больше. Достаточно спорный момент, как вести этих пациентов. Если образование меньше трех сантиметров, я могу сказать, что какого-то консенсуса, такого единого, между хирургами нет. Есть проповедники локорегионарной терапии в виде радиочастотной деструкции и трансартериальной хемоэмболизации. Есть сторонники сугубо хирургического лечения, только резекции. И причем и те, и другие в своих исследованиях, причем рандомизированных исследованиях, проспективных рандомизированных исследованиях показывают сходные результаты. Поэтому вот последняя дискуссия, которая была в отношении, как вести этих пациентов, какие выполнять манипуляции, в частности, вот был конгресс азиатский в Якогаме, и как раз этот вопрос открывался в виде дискуссии, ни к чему не привел. Поэтому мне думается, что
это как раз такая тема, которая требует дальнейшего изучения, каких-то кооперативных исследований и разработок. А вот 3 сантиметра, когда вы их пунктируете, или только лучевыми методами диагностики диагностируете? Если у нас сомнения есть, что это не гипоцеллярная карцинома, а там, допустим, аденома или лигаторный узел, тогда да. Если у нас нет сомнений, если мы видим очаг плюс гиперваскулярный очаг в артериальную фазу и быстрое вымывание в венозную фазу при компьютерном графическом исследовании, если это подтверждается при МРТ и трусковом исследовании, и есть еще повышение альфа-этопротеина, мы не делаем никаких биопсий. А какое-то процентное соотношение вот у маленьких этих раков вы не знаете сейчас? Не сейчас готовы. Я вам затрудняюсь сказать. Часть пациентов, которые невозможно сделать ни то, ни другое, если они подходят, если один очаг или 3 очага меньше 3 сантиметров, то есть соответствует милым критериям, мы очень тесно работаем с трансплантологами и посылаем их на трансплантацию печени. Еще вопрос? Только в микрофон, наверное. Я, к сожалению, плохо слышу. Не слышно в микрофон. Скажите, пожалуйста, вы выполняете резекционные вмешательства при поражении лимфоузлов ворот печени, доказанных? Если мы до операции видим, что у нас есть подозрение на лимфоузлы, гепатодуальной связки, чаще всего мы все равно идем на вмешательство. Мы чаще всего делаем лимфоденэктомию, подтверждаем. Но здесь вот по ситуации. Все зависит от степени поражения. Если это только гепатодуальная связка, то мы идем на резекцию. Какие это точки принятия решения после артериальной эмболизации? То есть сколько вы наблюдаете и когда вы уже останавливаетесь на оценке? Это очень такой сложный вопрос, таких пациентов не так много. А пациенты, которые получают химоэмболизацию, если мы видим, что есть эффект в виде стабилизации или редукции, то на этапе там, от месяца до 3 после этой процедуры повторный консилиум и оценка возможности резектабельности. Она, тем не менее, не такая высокая, да, но это может служить бриджем либо к резекции, либо к трансплантации, либо к продолжению системной терапии. Перерыв. Да? Все. Спасибо.